Всем привет! Наконец-то пришла колонка. Это первый обзор будет, наверное, в России про эту колонку. Есть про простую. Я сейчас покажу ее. Это Fuga. Fuga Style XL. Я видел одно описание про колонку просто Fuga. Она меньше сама по себе размером. Ну, давайте посмотрим, что это за колонка. Про нее, конечно, много хороших отзывов. Я долго думал, какую мне выбрать колонку. Я тоже рассматривал колонку JBL. Много читал. Вот. Но про эту слишком много положительных отзывов было. Вот она, колоночка. Да, она, конечно, смотрится очень сильно. Увесистая такая. Работает она 35 часов без подзарядки. У нее по всем сторонам есть динамики. Что здесь есть в комплекте? Мы видим, что это само описание к ней. Она может под водой находиться до 20 минут на 1 метре глубины. Вот такое достоинство. Она влага, пылезащищенная, ударопрочная и очень громкая. Сейчас посмотрим, что есть у нее в комплекте. Итак. Это провод для зарядки. Очень симпатичный такой проводок. Сколько? Ну, метр. Что еще есть? Есть джек-джек провод. Тоже такой стильный. И зарядка. Вот питание к ней. Да, вот это, наверное, придется переходничок иметь. Вот, ну отлично. Давайте попробуем с ней разобраться. Да, это стайл, да, потому что она пришла в таком стильном чехле, красивом. Такой довольно классный материал. И она, кстати, может быть даже как пауэрбанк использоваться. Можно телефон от нее заряжать. Да, но весит она солидно. Я потом ее взвешу. Посмотрим, сколько она весит. Посмотрел, как открывается. Вот так она откручивается здесь. Так, теперь все так плотненько сидит. Довольно круто. Все очень круто смотрится. И вот такая колонка сама по себе. В маленькой колонке есть только пищалка и основной динамик. Этой пищалки нету. И также с другой стороны. Но здесь мы видим, здесь по обеим сторонам здесь тоже динамики. То есть если мы ее поставим, то она будет играть на все 4 стороны. Вот как раз вход для джека. Вот, а здесь, да, так давайте попробуем ее включить. Здесь сбоку я еще посмотрел, есть такая заглушка прорезиненная. Здесь как раз есть выход, чтобы телефон можно было заряжать или планшет. Есть вход для самой зарядки и еще микро USB. Вот, ну давайте попробуем включить ее, настроить. Speaker is on. Очень круто звучит. Попробуем тогда сейчас включить Bluetooth. Найти. То есть надо удерживать. Pairing mode. Use the Bluetooth settings on your device to connect.
Sharing successful. Connected. Да, очень классно. Давайте попробуем что-то включить. Да, еще очень круто, что у этой колонки есть управление Siri. Да, тоже интересный такой момент. Давайте попробуем. Нужно нажать и удерживать. Siri, какая сейчас погода? Сейчас в городе Ижевск облачно. Температура воздуха 8 градусов. Температура воздуха будет относительно постоянной. Примерно 7 градусов градусов. О, круто. Работает, получилось. Да, еще здесь есть на русском языке инструкция. Но это тоже здорово. Итак, давайте посмотрим, как она работает. Я уже подключил ее к Bluetooth. Довольно быстро подключается. Быстро находит. Давайте запустим. Давайте проверим на дальность Bluetooth. Обычно Bluetooth-колонки недалеко работают. По квартире посмотрим. Отходим в другую комнату впереди попробуем. Вот мы сейчас в другой комнате. И она работает. Сейчас сходим на кухню. Ну вот телефон, с которым она играет. И в принципе мы сейчас довольно за толстой стеной находимся. Да, она играет. Попробуем. Она и звук увеличивается, уменьшается. Все шикарно. Потом еще на улице запущу. А сейчас попробуем ее утопить. Да, говорят, что она может под водой находиться в течение 20 минут на глубине где-то метр. Итак, еще один тест. Утопим ее. Смотрим дальность Bluetooth и как громко она работает. Поехали.
смотрите, все еще работает. Даже вот сейчас вот за спину завожу, маленько пропадает. Все, а сейчас не пропадает. Вот, начала хрипеть. Вот, за спину завел. Ну, давайте просто посмотрим. Так далеко. Слушайте, очень круто вообще. Я даже не ожидал, что так далеко. О, сейчас начала хрипеть. Ну-ка, а звук? Да, вот потише сделал. Все работает. Шикарная колонка. Вот сейчас уже начала хрипеть. Еще чуть-чуть отойдем, чтобы совсем пропал. О. О, сейчас пропадает вообще капитально. Все, вот такая колонка. Да, супер. Еще эту колонку оказалось, что можно обновлять. И оказывается, что этот порт microUSB. Вот он слева, он для обновления. Посмотрел я на сайте Fugu. Но тут пишут, что пока XL не нуждается в обновлении, потому что она так новая. Пока это для маленьких колоночек. Но будем ждать обновления. Всем пока. Отличная колонка. Берите.